В алматинских детсадах искусственно повысили оплату, сделав их еще более недоступными. Между тем, в городе наблюдается острый дефицит мест в дошкольных учреждениях. Власти просят не гнаться за большой прибылью и не навязывать родителям платные кружки. Чтобы решить проблему, аким предложил первые этажи многоэтажных домов отдавать под детские центры. Кроме того, из местного бюджета выделят дополнительные деньги для увеличения госзаказа. В ситуации разбиралась Александра Салмина. За алфавит, игры и прочие развивающие занятия в этом государственном детском садике не просят доплаты. Все эти упражнения входят в обязательную программу развития ребенка, говорит заведующая. Но не везде подобные услуги воспитателей укладываются в фиксированную стоимость. В частных детсадах родители вынуждены платить до 70 тысяч тенге, только бы не потерять место. В мегаполисе с этим серьезная напряженка. Сейчас в очереди более 50 тысяч детей. И пока они дождутся своего дня, пора будет идти в школу. Ежегодно открывается порядка 150-170 частных дошкольных организаций. И даже при таком раскладе не удается решить проблему. Очередь растет, и власти уже не знают, что делать. Акимат готов отдавать первые этажи многоэтажек под детсады. Только бы предприниматели хотели расширяться и открывать новые центры развития. Многие дошкольные учреждения работают по госзаказу. Это когда часть расходов на себя берет государство, а родителям остается платить всего лишь 18,5 тысяч тенге. Но алматинцам приходится раскошеливаться и на так называемые дополнительные занятия и кружки. Они бы и рады, чтобы ребенок развивался, но не такой ценой, которая реально бьет по карману. Если родитель, взяв направление в частный детский сад, он говорит, что мне не нужны дополнительные платные услуги, меня устраивает то, что дается в государственном стандарте, то частные структуры не имеют права давить на родителя. Если находятся такие детские сады, которые занимаются давлением на родителей, то мы всегда просим, чтобы они обратились к нам и будем рассматривать вопрос размещения госзаказа. Потому что у данных дошкольных организаций есть обязательства перед государством. Они берут государственные деньги. Кстати, акимат намерен увеличить госзаказ, чтобы устроить всех очередников в детские сады. На эти цели из бюджета выделят дополнительные 6,5 миллиардов тенге. Но эти деньги рассчитаны на 3 года. Возможно, за это время удастся открыть недостающее количество детсадов. А может, придется искать новые варианты решения проблемы. К слову, сейчас в мегаполисе около 900 дошкольных центров. Но их недостаточно, чтобы пристроить 50 тысяч детей, ожидающих своей очереди. Александра Салмина, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.